Там прокручивать не надо, я же не кажу. Да, крепко. Сань, прикручивай, я буду держать, да. Есть? Да. Оп, давай с той стороны. Да не, а ты? Еще пидешь, зачем, да? Ну, в принципе, все идеально стоит по уровню. Не знаю еще. Хорошо, да, притяг. Да я потом. Сразу надо было ставить и сразу дальше сюда. Чего мы тягали? Не, зачем? Не, сюда, а потом. Так. Так, а это сюда. Вообще нормально стало? Да, да. Чуть-чуть. О. Струна, да? Як ты любишь, да? Да, идеально. Так, как мне нравится, я люблю так, да? Это все ровненько, хорошо. И красиво. Я буду туда больше дырок стал. Туда? Можем. Там же одна, в принципе.
давай, да тут мы его наготовим. Этим сюда. Переключили, давай его вот так. Так. То же самое, да? А, ну давай так. Оп. Ну и оттуда сам замерил примерно такое же расстояние. Тоже когда заметил прицел. Ну да, там. Ради интереса. 1,43 м. А, ну, в принципе, да. Так стало. А, ну, все это. Там плюс-минус. Давай. Thank you.
так, дробильная система, да? Так. Накрается. Вот так, да? Да, да. А ты накрасишь? Не шаленкой делаешь? Нет. Вот же брус. Ага, я понял. Давай, держи. Встаньте-ка отсюда и дай мне шурупы. Давай мне круче С, а потом будешь держать. Сразу крути, так как я делал по диагонали. Ты черный не дашь мне, да? На. На, без уголка. Только вверх. За подвеску. На два желтых, кидай туда. Ну, надо тоже же делать 1.40 м. Ну, залазишь сюда, я же не могу так. Карандашиком просто так цик-цик. Если тут... Подожди. 1.15 м. Сюда. Вот так. Вот так. Я тут держу. Все. Давай, тут же надо разбить. Ну то потом, давай, тут на один пока. Еще один уголок надо сдвоить. Только живи там. Только живи. Не, вот этот. Таким образом мы сделали фундамент под навес. Забили, грубо говоря, своеобразные типа сваи. Забили туда больше метра, ну уже, короче, не лезли, сверху розочка была, пообрезали все в уровень.
сварили полностью сверху по периметру общий бандаж и сделали вот таким образом, поварил уголки для 100 на 100 бруса. Вот это низ вот этой балки, это уровень, он там у нас тоже уровень этот есть. Ну то есть все просчитали. Навес сделали для бойни. Тут высота 3,10, здесь высота, по-моему, 2,80 или 2,70. И также же он ровно-ровно идет. А тут, а где у нас получается скат, мы сделали путем пропеллера, у нас же здесь на уменьшение, путем пропеллера тоже скат на уровне с крышей, чтобы был. Ну, то есть будет нормально, когда укроется. Также мы поделали уже все, побрамировали окошко вот таким образом для окон. И внутри то же самое. Побрамировали все окна уголком, ну, чтобы щели не было за профлист. И закончили внутренний фронтон. Это тут не хватило мне пару листов, должны довезти, ждем, довезем, довезут и прикрутим их. Внутреннюю часть закончили весь фронтон, и снаружи тоже закончили весь фронтон. Таких у меня обрезков было много, здесь же у меня чуть меньше стена по уровню. Обрезков было много, не стал покупать. И Саня говорит, нафига покупать, давай сделаем, грубо говоря, с таких кусков. И сделали фронтон с кусков, вот таких вот, что этот. Оставались обрезки, и с них понабирали весь фронтон. Зашили, утеплили, ну, короче, два листа внутри докрутить, и он готов. А по этой стороне, где бойню строим, тут, получается, у нас и усилили сначала фронтон, сделали нагрузку самого фронтона, который держит навес, сделали нагрузку на стойки. Вот тут у нас настойку, там настойку. Ну, короче, везде усилили сам фронтон, распределили нагрузки и вот таким образом сделали сам навес. Навес выходит, ширина навеса почти 4 метра. То есть для забива обшмалки в плохую погоду, когда там дождь, снег, метель, и забить тут кабанчик, обшмалить, будет то, что надо. Тут забетонируем. Ну, планирую положить плитку и сделать столик с нержавейки, чтобы забой шел на столику, разделывать тушу. И сделаю, планирую тоже лебедочку вверху, поднять тушу, закинуть на столик, там сантиметров 80 высотой столик сам. Вот такие у нас планы. Ну, пока двигаемся. Двигаемся, процесс пошел, я уже не сам. Александр Петрович со мной лично работает. Всем привет передает. Ну а так, друзья, такие у нас планы по сараю, по навесу, по бойне. Вот такой процесс. Яшка еще у нас. У Сереги, который должен забрать его, сломалась газель. Сделает газель, приедет, заберет. Но мне даже и хорошо. Я буду делать сейчас отъем поросят у Машки, и там на пятый день покрою опять Яшкой, его потом заберу. То есть его дети еще останутся, да, Яшка, останутся у нас. Поэтому Маша сейчас сделаю отъем, у нее загул там на пятый-шестой день будет, и покроем Яшей, и потом заберет Серега поросят.